вами я, Татьяна Столмановна Мактум Сайфуддин, звезда в отпуске. И моя такая программа, ресторан красоты, ла кафе де бьюти, творческой студии, позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Столмановна Мактум Сайфуддин. 9 числа, пару дней назад, я ходила в магазинчик, делала закупки. Так что вот, для моего ресторана «Ла кафе де бьюти». Также я положила 900 рублей на мою карточку Bank of Tinkoff. Так что вот, зашла в магазинчик «Призма», вечером ходила в магазинчик «Синешанга». Сейчас я покажу продукты. А также свежие огурчики и цукини с нашего огорода. Супер свежие огурчики, цукини. Обратите внимание, такое сорта. Желтый кабачок, желтый цукини. Поздно вечером, я вчера сделала уже такие соленые цукини с огурчиками. Ну, рецепт я вам потом расскажу. Здесь это укропчик, чесночок, 3 ложечки сверху сольки. Так что вот, такой рассол. Они уже готовы. Сейчас я буду себе варить соевый гуляш с макарошками, буду делать салат из свежих огурчиков, ну огурчика 2, наверное, 2 огурчика, 3 помидорки, так что вот. Очень по хорошей цене купила помидорки по 50 рублей в магазинчике Семишагов. Салат буду делать с рапсовым маслом. Ах, какую икру Татьяна Столмановна купила, просто супер. С восточным хлебом буду делать себе бутерброды с икрой. Немножко с перепелиными яйцами, на булочку, на восточный хлеб, потом икру. Так что вот. Ну и, конечно, кофе на миллиард со сливками, кувшин сливок, сливочки. Здесь у меня такая спа-зона, выкладка моей, да, ну красота, вы же понимаете, ресторан, ла кафе де бьюти, нужно быть супер красивой, а потом уже в рестораны. Так что вот. Такое специальное мыло для моего спа, шампунь. Ну, здесь вот эти вот такие вот противовалки для спа. То, что я купила, мятный порошочек. Самое главное, побольше мыла, потому что, знаете, вот это мыло, ах, такое омолаживающее мыло. Конечно, станочки, ну как же, надо себя привести в порядок для этих нежных прикосновений. Ножки должны быть такие гладкие. Ох, ну да. Ну уж понимаете, да? Ну великолепно. Привести себя в порядок, мой такой зона спа. Это моя ванная комната. Так что вот. А потом уже в ресторан красоты, ла кафе де бьюти. Что вам сказать, дорогие друзья? Королевская кошка Африка. Африканский союз, 54 страны, де-факто. Столица ЮАР, Мэйне, Фуне, Гор, Морн, Сейшелуа и Труа, Фрерс защищают Моен, Серф, Ронд и Лонг. Ну и что сказать? Василий Ильич тоже сказал, что кошку я назвала очень длинным именем, так что вот. Ну, как-то сокращенно, как же я сокращенно? В общем, кошка Африка, почпыпыта. Предпочитает огурчики прямо с грядочки, очень любит огурчики, свежие цукини.
А что еще ест кошка Африка? А еще кошка Африка предпочитает супер хороший корм сухой для кошек, специальный. Так что вот. Ну что, еще раз? Еще раз надо, наверное, вот это вот. Надо как-то даже это заучить. Как-то... Ну, Татьяна Салмановна любит такие поэтические. Поэтические названия. Поэтические названия. Африканский союз, 54 страны, де-факто, столица ЮАР, Майне, Фоне, Гор, Морн, Сейшелуа и Труа, Прерс защищают Моян, Сорф, Ронд и Лонг. Ну, Сейшелуа, может быть, она назвала как-то Морина Африка, Сейшелуа. Ну да, Африка, Сейшелуа как-то звучит. Вдвоем с Чикити, с другой кошкой предпочитают свежие огурчики. Так что вот, помогают их поливать, чтобы они не были горькими. А как вы думали? Это моя страница ВКонтакте. Обратите внимание, Татьяна Салмановна себя пиарит, я вам покажу. Ах, ну да, здесь сейчас я уже загрузила, как, сейчас я вам скажу, как же он это. Где были эти нежные прикосновения, которые здесь загрузила? Нежные прикосновения, где это было? А, как делать сокровенный массаж? Ох, ну да, сокровенный массаж. Чтобы делать сокровенный массаж, вы понимаете, нужно сделать депилейшн. Так что вот, депилейшн ног, депилейшн, ну вы поняли, да? Под мышками депилейшн. Но как же иначе, понимаете? Да, вообще он о прикосновениях. Мы с вами тоже будем вообще на самом деле, да. Сейчас Татьяна Салмановна это еще его послушает. Сейчас, знаете, вот еще раз. Я вчера его послушала. Еще раз нужно это все изучить. Изучить. Так что вот. Так что сейчас пишу сценарий. Сценарий для моего видеосеминара. А так, конечно, пиарю себя. У меня такая проходит большая пиар-компания. Звезда в отпуске, большая пиар-компания, вот такие вот дела. Пиарю мою студию позитивного мышления, силы позитивной мысли. Также мою программу ресторана красоты La Café de Beauty. Так что вот, если вы хотите стать спонсором моей программы, вы можете, для вас специально я публикую мою кредитную карту, номер кредитной карты Bank of Tinkoff. Так что вот, Bank of Tinkoff, you're welcome.